Дорогие друзья, всем привет! Сейчас начнется пуш одного персонажа, Джина, на 1000 кубков. На данный момент 700 трофеев. Я просто делаю такое для вас начало. Ну а продолжение будет тогда, когда я хотя бы апну 900. Тима у меня будет гадость 100 проб, ссылки на них будут в описании. Сажитесь поудобнее, всем приятного просмотра. Обязательно поставьте лайкоин, потому что Джин на косарь кубков только из-за того, что вышел вот этот самый такой... Короче, в этой обнове я могу заценить только скины. Скины топчик. Джина пофиксили, убрали один гаджет, но я думаю, это не станет для меня проблемой. И мы его поднимем на 30 ранг. Вообще, моя цель поднять всех персов, которые у меня на основе, на 30 ранг. Если вы со мной, подписывайтесь. Ну и смотрите топовые карточки. Всем приятного просмотра. Поехали. Первые плюс 8 кубков на аккаунте. Ура! И еще плюс 8 кубков на моем аккаунте. И я звездный игрок. Продолжаем. И еще плюс 8. Еще плюс 8. И еще. Ром, ты уволился. Плюс 8. Минус 8 кубков. Плюс 8. И вот уже сколько кубков. Буквально за одну минуту. Ну что, ребяточки, вот уже и 800 трофеев на Джине у меня. А, одного кубка не хватило. Ну, короче, я подрублюсь, давайте уже, чтобы так вам показать хотя бы полноценную катку, когда будет 900. Все, договорились? Поехали. А тем временем у нас, ребяточки, 2500 кубков, 1850. Смотрите, каких челиков мы выиграли. У всех троих одинаковые кубки, 1020. Холдик лучший джин, поехали дальше. Не всем привет. Ну что, как я и говорил, я подрублюсь, когда будет одна каточка. Не, говорил, когда будет 900. Ну ладно, сейчас одна каточка до 900. Поехали. На самом деле, до 900 кубков было очень много разных крутых каток. Я, ну там, вообще просто божил, царил. Ну, реально, короче, катки были классные, все дела. Тыдым-сюдым. Ссылки на гарду и... Не, роба не будет. Только на гарду подписывайтесь, можете на роба не подписываться. Ну, слышите, роба, ну смысл подписываться, когда у него такой микрофон. Не, короче, на пацанов ссылки, без шуток, в описании, конечно, поддерживайте. У гарды пуш сейчас идет всех персов на 35 ранг, осталось 2 перса, если интересно, наблюдайте. У роба просто что-то идет. Роб, еще раз такая штука, и ты пожизненно будешь без ссылок. Что такое, я не знаю. Только что такой свист был. Я не знаю, что было. А, блин. Как же, я не знаю, вам минус уши, не минус, но я чуть не оглох. Меня я в наушниках, это минус уши были. Нормально. Серьезно. Я ничего не понял. Мне в этот момент залагал интернет нормально. Так, все, подъехали. Смотрите, ребята, смотрите сейчас, как Роб проиграл свой фланг, а Холдик держит мид. Я уснул. Посмотрите на этого джина, который вверху, и на меня. У меня фулл хп, а у джина... У тебя не фулл. Уже отхилился, он же такой. Так, у меня уже ульта, если у него нет. Смотрите, хоп! Уа. Видали? Ой, хорош, хорош. Джудуй, ты видел бы тут, что он делал? Я смотрел, я просто не был в войске. Там болтал с кем-то. Блин, я этот гем не взял. Помоги, помоги. Там джин с ультой. Джин с ультой, да. Его надо бояться. Блин, рука, нога, пятка, подошва чешется. Меня вытащили. 90 хп, ультары, ё-моё. Серьёзно? Надеюсь, вы добьёте. Да нет. Меня. Хелп. Так, гарда, всё надежда на тебя. Да. Подожди, джин вытащил. Джин. Боже, ты выжил! Тупо повезло, честно. Тупо отвечаю, повезло. Да, какая-то катка странная, блин. До этого стабильно играли. Сейчас на видос надо вот как-то затупить, что-то не так сделать. Так, там сейчас. Прям капец повезло. Да! Блин. Миллиметрика не хватило. Вот так вот возле уха пролетело, отвечаю. Не то, что Тара с 90 хп выжила, это... Фух. Крутится. А как у них горит. Нам так повезло, а мы еще и крутимся. Да. Так вы сейчас вас джин вытянет, и потом у вас будет гореть. Фух, он, кстати, мог бы. Кстати, да, джин мог его вытянуть. Ну да. Что, пацаны, 900 кубков, рекорд на джине. А, блин, не знаю, повезло нам этой катке очень сильно. Ох, какой.
Короче, продолжаем. Подрублюсь, когда будет одна катка на 950. Ну а там последних несколько каток покажу уже, когда до косаря, если дойдем. Стримим мы 3 часа. В принципе, 200 кубков за 3 часа нормально. Я так на пути ранга вапал недавно, а тут до косарь. Поэтому мы поехали, подрубаемся как Толечка. Будет одна катка. Пуньк! Блин, капец классно. Блин, не обрубил запись. Вот так. Короче, ребят, что-то вот мы апаемся. Сейчас просто начало сезона. И, блин, ну, знаете, мы только доходим до цели, нас тыдыщ оттолкнули. Короче, мы сейчас поставим цель, апну 950. Ну, а косарь может быть на следующий видос. Ну, каточки мы сейчас покажем обязательно. Итак, дорогие друзья, у нас остается, получается, 3 каточки. До, получается, 3, да? Да. 2, по-моему. А, две, нормально. 12 кубков. В общем, погнали в подбор. Брат Джин ульта есть. Кто поймет, о чем мем, пишите в комментариях. Ну и сейчас эти каточки я вам покажу на видос. Дальше косарик мы доапаем на следующем стриме. Вот, ну чтобы, не знаю, не пороть горячку, это не новый перс, чтобы там первым его апнуть на косарь. Типа, зачем нам его именно сегодня. Сейчас апнем 950, надеюсь, вам покажу интересные, классные каточки. Но после этого его должен запушить на косарь. И я его только захотел пушить, потому что очень крутой скин, И у меня будет возможность вам бесплатно этот скин подарить. Но пока я вам ничего не хочу говорить более подробно, вы узнаете... Возможно. Более подробно вы узнаете в пятницу. Приходите ко мне на трансляцию, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. В пятницу в 4 часа дня, не пропустите, этот стрим на канале будет. Я вам все более подробно об этом расскажу. Подписывайтесь, если хотите вот такой вот скин совершенно бесплатно. Все, поехали. Постараюсь для вас этот скин... Лагают, да, пацаны? Играем. Не, я... Давай, я такие катки показывать не буду. Давай скипнем и покажу, ну, все равно полноценные нормальные катки. Все, поехали. Также заложен. Итак, получается нам ласт катка на 950, но я отыграю, может, еще одну. Ну, посмотрим. Если это будет очень супер сложно, то на этом все. Да-да, вот, будет сложно. Хороший пик. Будет сложно очень, потому что Роза под хилом постоянно и... Роза Спока, это очень жесткий очень пик. Сложно, да. Это тут решать должен я, потому что вытаскивать Пока. Да. Мимо. Окей. О, промазал. Хорош. Отлично. Сам себя похвалил. Это вот оно, ЧСВ, ребятки. Да. Так. Отлично. Так, могу розочку вытащить. Не, подожди, я покупил, все хорошо. Мимо. Вау, близко. Вытащил. Пацаны, помощь? Ничего. Все нормально. Один геймчик. Сюда, собака. Так. Нам нельзя умирать. Гаджет есть, Вань? Фух. Блин, там джинс ультой. Джинс ультой. Я прикрою. Меня зажали, пацаны. Бьете вдвоем, Роза? Мы убьем, да. Отлично, хорош. Ну, это было тоже, ну, тут ничего страшного, просто в угол зажали, это такое бывает, камбэки называется, вот, гаджета у меня не было уже, вот, но ничего страшного, главное, что затащили, мы контрили мид, хорошо. Да, неплохо. Ну, я чаще вытаскивал, чем Джин. Да, намного, кстати. Итак, ребяточки, 950 кубков, фух, отличный скрин. Ну что, еще одну каточку давай для завершения. Или так, давайте так, ребят.
В принципе, мы, может, на стриме продолжим опять косарь кубков. Просто этот ролик потом затянется на 20-минутный видос. Дабы, ну, не растягивать это все, это пускай будет на отдельный выпуск косарь кубков. А этот брат Джин ульта есть, вот так вот вы посмотрели. Хотя я не знаю, на самом деле я вам не очень топовые катки показал, прям на видео. Но каточки были реально очень достойные. То есть, ну... Я не знаю, стрим я вряд ли оставлю на канале, но кто был на стриме, ну, видели, реально прикольно играли. Было такое, что там поначалу у нас не получалось, потом собрали пик, вот такой вот, и очень топово идем. В общем, ставьте лайки, если наставите дофигища лайков, возможно, даже сегодня буду пушить до конца его на косаре, чтобы сегодня вы уже этот видос увидели. Просто, ну, шикарный скин, я его постараюсь для вас разыграть бесплатно, и не ту акцию, которая продается в магазине. Немножко по-другому. Но об этом... Ох, стоп-роп, а ну возьми, у тебя есть такой... Понятно, стоп-роп это бич. Он не в Дискорде. Ну вы просто посмотрите, ну это же обалденный скин. А ну, а ну. У него по-любому бичевский скин. У него пират. Не, у него вообще без скина. Да. Вот посмотрите на этого Джина и на этого. Короче, если хотите бесплатно Джина, подпишитесь, поставьте лайк, ждите. Я постараюсь для вас сделать все возможное. Приходите в пятницу ко мне на стрим. Всех люблю, обнял, до новых встреч и увидимся. Чао.